День моряка-подводника – один из самых значительных профессиональных праздников. Это событие – повод для встречи тех, кто так или иначе имеет отношение к морскому миру. В Атомграде это Десногорское морское собрание. С первого дня и до сегодняшнего дня, когда служат наши товарищи на лодках, никогда не было легко служить на подводных лодках, какая бы она ни была. С честью противостоять трудностям в правилах этих мужчин. Их физическая и психологическая закалка и сейчас остается примером. Наравне с привычными поздравлениями с праздником были и напутствия на злобу дня. Очень надеюсь, что мудрость и флотский оптимизм не дадут этому проклятому вирусу побороть ваш инстинкт, пробить его, что вместе с вами встретимся еще не раз здесь. Местом встречи стал памятник погибшим морякам всех поколений. В нем заложено несколько символов, присущих морскому братству. Гранит – твердость и сила духа, чайки – души погибших моряков. Якорь – символ морской профессии, камни – земная твердь, к которой стремятся моряки. Памятник построен в честь всех моряков, которые погибли как в мирное время, так и во время войн. И Первой мировой, и Второй мировой войны. Финалом митинга стало возложение цветов. Десятки гвоздик остались на монументе как символ памяти и дань вечного уважения. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.